Ну а сейчас на льду фигурист, который в представлении не нуждается. Его участие украшает соревнования любого самого высокого уровня. Знаменитый француз Брайан Жубер. Совсем немного не хватило ему для того, чтобы взойти на пьедестал. В итоге он остался четвертым. Но он всегда интересен любителям фигурного катания. У него множество поклонников во всем мире. Интерес к нему необычайный и с годами не убывает. Повторимый, ни на кого не похожий Брайан Жубер со своим особым стилем, который нравится миллионам любителей фигурного катания. На этот раз он вне пьедестала занял только четвертое место. Но поклонников у него от этого меньше не становится. Посмотрите, как восторженно принимают его трибуны. Брайан Жубер завершал выступление фигуристов, которые заняли четвертые места в своих видах программы. И сейчас подходит к концу первое отделение гала-концерта. Сейчас завершать первую часть показательных выступлений будут